Огней так много золотых на улицах Чебоксар и других населенных пунктов республики было в новогодние праздники. Где цветовое праздничное оформление было самым красивым, выяснила жюри конкурса «Огни Чувашии». Новогоднее оформление столицы Чувашии в этом году превзошло, пожалуй, ожидания даже привыкших к хорошему горожан. Так что в конкурсе «Огни Чувашии» среди городов республиканского значения Чебоксарам равных не было. Конкурс проводился по инициативе главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева с целью выявления лучших практик муниципальных образований по праздничному оформлению территорий в преддверии новогодних праздников. Конкурсные материалы были представлены администрациями 15 муниципальных образований, 17 конкурсных заявок. Все заявки очень достойные, многие приложили видеоматериалы, презентации. Среди городов республиканского значения первое место заняла Козловка. Среди населенных сельских пунктов – Шоркестры Урмарского района. Победители получат дипломы кабинета министров.